Недавно Илью похитили. Его похитили. Это было очень жестко. Его похитили на электростанцию и сказали биткоинить майнеры. Ой, майнеров биткоинов. Ой, видеокарты майнить. И недавно он убрался оттуда и насрал в штаны. И он вернулся в детдом. И вот фотка, и все, что написано про Илью. Читайте, если хотите. А если не читайте, то не хотите. Идите в жопу. Вот тот самый грабитель, который украл Илью Ибрагимовича. На этом все. Спасибо за новости. Обосритесь.